Демек олар ки ушаклыктан марагым бар иди. С детских лет у меня был большой интерес к рисованию. Несмотря на свой возраст, рисовала я хорошо. Чаще всего пользовалась красками. Позже у меня появился интерес к декоративно-прикладному искусству, и я решила испытать себя в этом ремесле. Уже более 20 лет я занимаюсь этим видом искусства. Что касается процесса изготовления поделок, то сначала я создаю сувенир воображения, а затем рисую эскиз. На изготовление некоторых поделок понадобился год. Эта работа требует терпения и скрупулезности. Иногда ненужные предметы, отходы или фруктовые косточки обретают новую жизнь с помощью всего нескольких прикосновений. Придавая отходам второе дыхание, человек успокаивается и способен вновь видеть красоту вокруг.